В Тюлькубасском районе Южно-Казахстанской области постепенно решают социальные проблемы. 98% населения обеспечено голубым топливом, 97% чистой питьевой водой. Госпрограмма «Балапан» реализована на 80%. Эти показатели достигнуты не только благодаря бюджетному финансированию, но и за счет местных меценатов. Жители аула Машат всеми усилиями стараются развивать бизнес. Даже уезжая за пределы своей малой родины, они никогда не забывают о родных краях и стараются внести свой вклад в их социальное развитие. К празднику Курбан-айт в ауле открылся новый детский сад на 50 мест. Такой подарок сычанам преподнесла семья Баймахановых. Ведь Машат – их родная земля. Никто не должен забывать свою родину, свою родную землю. Здесь выросли мы и будут жить и расти наши дети. Я уверен, что они станут достойными людьми, которые внесут свою лепту в развитие страны. В дошкольном учреждении для малышей созданы все условия для того, чтобы они получали качественное воспитание. Уверена, что те дети, которые сегодня получают здесь воспитание, станут достойными гражданами. Они станут движущей силой нашей страны. Каждый из них найдет свой путь в жизни и будет трудиться во благо и процветание Казахстана. Этот детский сад не единственный и не первый объект, построенный сельскими меценатами. Местные предприниматели подарили односельчанам спортивный комплекс и библиотеку с 5000-м книжным фондом. Помогли отремонтировать школы и мечеть, привели в порядок парки. Они сейчас выделили все, сделали своих средств, но отдали в бюджет безвозмездно, чтобы это село развивалось и там дети воспитывались. Вот это было очень отрадно. И в связи с этим мы уже не... Эти средства, которые должны были выделяться сюда, мы остатские регионы, отдаленные местности, выделяем деньги. Теперь в планах завершить газификацию и обеспечить население района чистой питьевой водой на все 100%. Наталья Цуирболат-Абишев, Нурмахан Михуратов, Южно-Казахстанская область.